Разбанили? Да. Гусник хочет ВПГ. Полетели аква доширак. О, тут гопота, кстати, стоит. А, по мне тули. По мне тули, слышишь, или? И чё мне сделать? Ну, как? Я еще даже не доехал до тебя на этом говне, блять. А, все, доехал. И что вы делаете, ребят? Мы угон везем, а вы по нам долите, да? А, нормально, слышишь? Помех угон, да? Забивать? Помех. Вместе это, блядь, работали. Ещё как вы растёте? Не замкнёшь, пожалуйста. Серьёзно? Ты тут? Зад. Дай знак, Лёш. Подожди, это жёсткий деф. А, это ну чё это в коробке? Ой, парни. Меня убили. Как думаете, кто устанет? Хуйню несет. Ты двуличный получается, да? Садись на пенис нахуй и не базарь. Все, сожрусь. Как я за скинхедов жестко коптить буду, пацаны? Не, next. На мой суп меня не садите спам, я спам. Мы один хуй за скинов там от Кавказа отрезали. Пошли постреляемся, Аква. В смысле нет? Постреляться будет, ты же не умеешь. Аква, пошли. Ша, я видел. Отфакал Джереми. Когда? Сейчас посмотрим, что ты по ответишь. Тогда уж посмотрим. А чё у тебя за задвижка такая? Да там по поводу скинхеда, блядь. Долбоебу вставить на лидерку, который мемберс выпускают, блядь. Там Данька фальшеру. Блядь. А чё у тебя есть на этого типа, который на гопоту стал, мне интересно? У меня на гопоту? Да чё ты хочешь? Ну ты говоришь, что, у тебя есть этот, ты уже жалобу залил. На скинхедов. А, на 04, да, вот на этого типа? Да. А, я-то думал, вот на этого капоту, блядь, остается. Я губин, я шубин. Ты просто про него сказал, ты такой, да я его пользовались? Конечно. Конечно, это же новый прототип, калашник. Ну все, успокойтесь, сидите дальше, включайте фитнес, вы чё? Время истекло, а денег не хватает. Чё, как вам на респе сидится? Лёгкая! Сейчас я открою. Панельку разработчика. Да ну вы чё, вы с респы вышли? Охренеть. Блядь, Шамиль, ты можешь успокоиться? Ты на копты-то не выходил ни разу. Ты чё выпендриваешься? Да-да-да, не выходил ни разу. Пошли с тобой на 3000 прям сейчас дуэль. Ты же мне в рот возьмешь. Я тебе патроны, чё, блядь, высрать должен? Ну вот, у тебя даже патронов нет. Ты бомж, потому что. Так у нас, блядь, пендриваться тут стоять в фитнесе, не надо выебываться. У вас до этого фитнес. У вас до этого лидер стоит. Да рот свой закрой, чурка, блядь. Сотку взяли. Не бой. Так я чурка... Че ты меня кулаком ебашит, я не могу. Кулака надо. Делай. Дара. Туда. Мусору? Давайте. Ну давай, давай. Где он, блядь? Давайте, пацаны, вперед! Не дай бог, я умру, блядь.
Я не хочу сидеть. А нахуй ты добил, пидорас? Ну все, я объявляю вар, тебе пизда. Давайте, разъебись, Юлиан, давай. Бля, это Валера нахуй. Баба в спину. Все, поднимай, поднимай. Сейчас будем их унижать. Козла ты пало. О, вижу одного. Осторожно, гражданка. РПК тоже, блядь, смотрите. Так я убил. Я никого не убил, я только нанес урон максимум. А этого Юлиана тупо выложил. Можешь рокет за... Я... Ну так нечестно, ну не я ж тебя убил! Пидор! Все, это нон-РП, это нон... Не заливай жалобу, дурак. Тебе пизда. Тебе пизда, все, я запомнил. Я тут за эту улицу стою. Тебе пизда, я заливаю жалобу, все. Вам пизда. Я все патроны отдал, починки. А, все, нормально. Да за ДМ сейчас зальют, не будет девятки у Кавказа, постоял. Я подписан. Это мой канал, я там видосы загружал. Я подписан, красавчик, ролики лайкаю, да это... Слушай, а мой смотри... Дотовский фамилия, сука, это пиздец. Я Зефиру сказал, он уже угорнул там. Рейцы ставь на лидерке, да, джди. Пусть вообще ни у кого не будет начальника СС. Вон, Даш Кироша начальник СС, пусть он будет начальником СС, а их нахуй шли. Какие планы они строят? Меня в рот просто бесит, блядь, с того, что они уже планы какие-то строят, понял? Один раз на капс вышли, уже, блядь, планы такие строят, пиздец. Так все, страйка нету, типа, и все, на толку от этого состава. Какие сыночки? Ты что, сигареты в рот засунул? Нет. Парни, виляю. Это будет лютый разнос, смотрите. Блять. Я косой. Даже сейчас попаду. Зигло не варик, да? А, ну все, теперь можно. Бакшоти. Серега Абрамов, ник свой скажи, это я, Тёмочка. Опа, сплетение залью. Бля, вот тварь. Нормально. Добивай. Нет, у него буду все изымать. Уже сплетели. Ты уже, успокойся. Пошел нахуй, Николай, отсюда. Хуй изо рта высуни, потом говори. Ля-ля, агрессивный какой. Одна штука патронов. Все, добивай у тебя. Не, ну теперь можно, если хуй. Ой, а как его освободить? Ну сейчас, блин. Ладно, брат. Ты можешь идти. Давай, если сейчас умрешь, ты, у тебя мать шлюха. Они еще бывают, блядь, с собаками нахуй. Собаку могут отпустить, я на как ёбнут жижок. Там мусор. Про собаку не знаю. Я в машине. Ну типа, они в машине были. Я просто в парк забежал и там в кустах спрятался с китами и все. Мусор бежит. Реально, ну как парк нахуй. Такого Новгорода. Вот туда залетели нахуй. Там пизделка началась и все, и там на стелу, короче, Росгвардия нахуй, просто нарядами нахуй. Человек, блядь, 30 приехало, потому что толпа, блядь, человек 100 пиздил. Рядом с тобой я забыла обо всем. Кто это? Я. Ладно, давай, бандитка, ночью точно ебашим. Чё пять, пацаны? Слышишь, бандит? А. Я. Ай, да бандит! Ну, Вадим Балон на уши, твоя девушка, интимки продаю. У тебя голос режется, успокойся. Блин, у тебя там все дрожит. Режется, конечно. Да не, Аюки, иди сюда, волосы тебе сморкнусь. Андрей. Можно не жалеть пояса сморкнуться, приступай, мой родной мой. У тебя же нет ничего там. А ты откуда знаешь, заглядывал? Я ж тебя ебал. Хотел приступить, у тебя ничего нет там. Очень. А ты коврик купил для себя? Ты же мой коврик.
коврик, чтобы туда смакануть-то, да? Смакануть? Уже с 21 года, блядь, пытаются купить себе коврик. Я смогу, когда тебе пятки в рот пихаю, блядь, дебил. Чё до него, Юки? Ну, чё тебе нужно мне? Это ты лох, ты понял? Ну, а то как я слышу, хули доебался тогда. Ну, а чё, тебе опять голос режется? Я ломал стекло! Режется, чё? Пиздец, это... Прикиньте, бля... У меня просто вот на эмоции выводят, я вообще не понимаю, что происходит. Вибу! Простите, Данила Юки. Так ему нравится. Смотри. Разрешите обратиться, по-моему. Потому что, чем вместо того, чтобы девушки шлифовать через игру это делать, это достижение, парень. Ну стойте, ты девушка. Понимаете, вы сейчас убеждаете за счет девушки, а по факту вы не можете ничего сказать в лицо. Это не круто. Жмите по кайфу. Лицо, да, через пиксели, через монитор, это классно же. Пошли через наушники в Дискорд говорить. У меня нет Дискорда, я пошел кушать. У меня только WhatsApp, Telegram и Viber. Короче, все слышат то, что он испугался. Блин, хорошо, мы сделаем этот вывод. Пойду, короче, дальше на Линуке смотреть красивую. Да пони... Да ты, это плохо, плохо, вот, ну, за что девочки утверждаться? Ай! Ебаный в рот его ебал, пидорас. Плохо.